Я всех приветствую. Зовут меня Ирина, активная участница суперкопилки с 2019 года. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать и показать, как я вывела на свой кошелек NixMoney 110 долларов. Проживаю я уже 11 лет в сельской местности, и наша средняя зарплата в месяц составляет примерно 16-18 тысяч, не более. И то нужно еще поискать, потому что поселок небольшой и рабочих мест не так уж и много. У нас многие люди ездят в область, добираться 1,5 часа, чтобы получать 1025. А здесь примерно 16-17 тысяч. Так вот, вывела я 110 долларов, это примерно 7700 рублей за неделю, за одну неделю, абсолютно не напрягаясь. Да, у меня есть партнеры в суперкопилке, их достаточно много. Ну, я абсолютно не напрягаюсь приглашать на пассивный доход, потому что люди идут сами. Я примерно раз в две недели записываю видео, и люди идут, также зарабатывают, как и я, и когда уже выходят на закольцовку, своих средств они уже не вкладывают. Зайдем в мой кабинет суперкопилки и смотрим. Вы получили выплату на NixMoney в размере 110 долларов. Отзыв сделан, ставим галочку, закрываем. Зайдем в историю операций и посмотрим. Тут идут партнерские. Вот, 110 долларов запрошено на вывод. Сейчас я зайду в кошелек NixMoney и посмотрим. 110 долларов у меня вот на балансе, из которых я буду выводить 90 долларов. Здесь есть свои обменные пункты официальные, и никто вас не обманет. Выбираем NixMoney USD. Выбираю Сбербанк. Даже курс, смотрите, какой, 72-73, очень выгодный. Здесь я пишу 90, получаю на счет 6546 рублей. Здесь мы пишем email, телефон для контактов, номер кошелька NixMoney, номер пластиковой карты, фамилия, имя, отчество. Ставим галочку, нажимаем продолжить. После заполнения реквизитов нажимаем оплатить. Нас перекидывает опять на кошелек NixMoney. Нажимаем продолжить. Вводим здесь email, пароль, текст картинки. И нажимаем оплатить. Платеж произведен успешно. И ждем вывода. А на самом деле приглашать на пассивный доход очень даже легко. Почти за 2 года у меня лично приглашенных 351 человек, всего в структуре ниже первого уровня 1658, всего начислено с первого уровня 2754 доллара и всего начислено со структуры ниже первого уровня 1086. Сейчас я на калькуляторе посчитаю. 2754 прибавляем 1086, получается 3840 долларов, и умножаем на курс 72 в NixMoney. Получается 276 тысяч рублей, 480. То есть 276 тысяч я заработала только лишь на партнерской программе, это не считая выплат. Зайдем в мой график выплат, посмотрим. Я сейчас строю график на 559 тет в неделю. Видите, тут у меня немножко неровно. Я вот его подняла, и через 8 недель у меня будет уже выплата 559 долларов. И так у меня идет ровненько. На сайте работает консалтинговый центр. Консультанты, которые вам будут помогать строить пассивный доход. Вам останется только обучиться, это бесплатно, очень рекомендую это сделать, написав в раздел «Помощь» на сайте, и вам пришлют уроки. Еще новичкам дают 20 долларов, если вы на свои 20 долларов заходите и создаете с помощью консультанта программы взаимного финансирования,
И новичку дается при регистрации 10 тет, это $10, которые вы можете через неделю вывести на свой кошелек NixMoney, чтобы проверить проект в действии. А что там проверять? Ведь проект работает с 2013 года. Я в проекте 2 года, вот в октябре будет почти 2 года. В октябре будет уже 2 года, 24 октября. Приглашаю я и вас строить вместе со мной пассивный доход, копить себе на все, что угодно, и ни в чем себе не отказывать. Пока-пока.